В Мильковской библиотеке начала работу необычная почта. Ребята пишут письма, в которых не только просят Деда Мороза подарить им долгожданную игрушку, книжку или что-то еще. Они поздравляют и самого Дедушку Мороза, и его внучку Снегурочку с наступающим Новым годом. Только в один день в чудесный ящик было опущено около 40 писем. Все они будут доставлены в усадьбу Деда Мороза в Кузьминках.